Блокчейн защитит результаты открытого референдума. Власти Москвы планируют использовать блокчейн для работы системы голосования «Активный гражданин» площадки открытых электронных референдумов. Новые разработки призваны снизить риск мошенничества при голосовании. Благодаря ей любой участник сети сможет проверить правильность проведения голосования и подсчета голосов. Заместитель директора Департамента информационных технологий Москвы Андрей Белозеров сказал, что Москва готова внедрять технологию блокчейн, а ее использование в работе платформы «Активный гражданин» — это возможность оценить, насколько она дееспособна для решения подобных задач.